Восточная пума исчезла с лица земли. Обитающая в Соединенных Штатах Америки восточная пума официально признана вымершей. Животное исключено из Американского федерального реестра диких животных. Восточная пума исключена из Американского федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США. Документ вступает в силу с 22 февраля. За хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида. Восточная пума, подвид пумы, горного льва, водится на северо-востоке США и юго-востоке Канады. В Киевском зоопарке умер старейший в Европе носорог. Напомним, ранее Международный союз охраны природы исключил снежных барсов из списка вымирающих видов и отнес к уязвимым видам. По материалам сайта newsgra.com.